Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн». Москвичей ожидают облачная погода и небольшой дождь. Как сообщает Гидрометцентр России, 9 октября в Москве ожидается облачная погода и небольшой дождь. Столбик термометра поднимется до 8 градусов тепла. Также ожидается юго-западный и южный ветер 5-10 метров в секунду. Возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ночью ожидается плюс 3 градуса, небольшой дождь и облачная погода. На этом пока все. Еще больше новостей из жизни столицы и не только. Читайте на сайте mymsk.online. Пока!